День добрый, дорогие друзья! В летний период наша семья очень любит лакомиться вкуснейшей земляничкой. Для себя я выбрала сорт Барон Салемахер. Выращивала его в этом сезоне. Уж очень мне он понравился тем, что он без усов и размножается только двумя способами. Это делением куста и семенами. Вот сегодня у нас 18 января. Я как раз буду эту красотку сеять. Хотя, вы знаете, вот на обратной стороне рекомендуется посев в марте месяце, но, как показала моя практика, немножечко маловатые вырастают саженцы, сеянцы к летнему периоду, когда высаживать. И поэтому в этом сезоне я буду сеять в январе месяце. Я повторюсь, что я делюсь именно своим опытом, и я думаю, с января месяца они хорошо наберут силу, и уже в летний период плодоносить будут. Вы знаете, сорт вкусный, сладкий, очень крупный. Посмотрите, как в сравнении специально с копеечкой сфотографировала, с денежкой, чтобы вы посмотрели, насколько он крупный, обильный, урожайный и практически не болеет никакими заболеваниями. Как показала моя практика, ну, по крайней мере, у меня не было никаких заболеваний у этого растения. Как я буду сеять? Я буду брать вот такую емкость с крышечкой. Мне очень нравится, это с одноразовой посуды куплено, контейнеры. И здесь я использую торф. Торф — это агробалт. И перемешала с перлитом, с мелкой фракцией. И семянки, посмотрите, они очень мелкие такие. По поверхности буду рассыпать. По поверхности как раз. И вот таким вот образом. Потом полью. Крышечкой закрою. Поставлю в тепло. Буду периодически проветривать, смотреть, следить за влажностью, чтобы не пересохли и не были переувлажненными. И таким вот образом посеянные семена начнут потихоньку, помаленечку всходить. Кстати, очень быстро всходят. Это тоже большой плюс. Этим всходом 1 месяц и 5 дней. Хорошие всходы, я довольна результатом. Теперь нужно их пересаживать. Буду пересаживать в кассеты небольшие, в маленькие, и пусть там подрастают. Вот такие вот использую кассеты, очень удобные. Они мне очень нравятся. Эти снизу отверстия тоже хорошие. Избытки воды не будут застаиваться. И вот таким образом красавицы сидят уже на своих местах. Будем ждать весны, будем ждать лета и пересадки на постоянное место жительства. Но где-то через месяц-полтора, возможно, даже через два, с этих кассет я уже буду пересаживать технологические горшочки либо 0,2, либо 0,3, и уже летом на постоянное место жительства. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Помните, красота спасет мир. Идем делать мир краше. До скорых встреч, друзья!